Здравствуйте. Я консультант по грудному вскармливанию клуба «Семья Тадая». Меня зовут Светлана. И сегодня мы обсудим очень важный вопрос для мамочек, которые кормят грудью малышей в жару. Мам волнует вопрос, выпаивают ли ребенка водичкой дополнительно. Дело в том, что грудное молоко полностью обеспечивает малыша жидкостью, и малыш не нуждается в дополнительном допаивании. Водичка, которая поступает малышу дополнительно, если мама все-таки решается на это, заполняет желудочек, и ребенок не получает столько молочка, сколько ему нужно, и это дополнительное может быть инфицирование какой-нибудь кишечной инфекцией. Поэтому молочко мама дает постоянно по запросу ребенка, по его требованию, постоянно прикладывает малыша, и молоко летом в жару приобретает более жидкое свойство, и малыш полностью удовлетворяется жидкостью с молочком.